Так, здесь у нас что? Еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давненько, говненько. Какой говненько. Ой. Ой, ребята, привет всем. Дорогие друзья, меня зовут Альберт. И сегодня мы вместе с вами продолжаем играть в Roblox. Хотел бы я сказать, но сегодня мы вместе с вами продолжаем играть на проекте NextRP на сервере Восточный. И сегодня, ребята, у нас будет очень много контента. Поэтому присаживайся поудобней. Приятного просмотра, ставь лайк и поехали. Так, ну что, мы вместе с тобой нажимаем на кнопку F4. И мы с тобой сразу же заходим в уникальные предложения. И в этих уникальных предложениях мы вместе с тобой видим новый набор, который называется BMW X5M F15 Renegade. Что бы это ни значило. Но давай с тобой купим. У вас закончились свободные слоты для транспорта. Желаете ли купить свободный слот? Нет, спасибо, я так понял, то, что мне нужно продать машины. Ну что, ребята, мы вместе с вами продолжаем играть в эту замечательную игру. И сегодня у нас будет очень интересный контент. Потому что, как я уже говорил, мы с тобой заходим в уникальные предложения. И после того, как мы с тобой были в уникальных предложениях, мы с тобой заходим и покупаем набор Renegade. И давай сразу посмотрим на эту машину. И это машина S-класса. Просто красота. Покупаем с тобой Renegade S-класса. И это еще не все. Это еще не все, потому что мы с тобой нажимаем на F4. Берем с тобой наша BMW. Так, берем. Так, и давай с тобой на него посмотрим. Так, ну что, выглядит он довольно-таки интересно. Он довольно-таки грозный. Вау. Слушай, очень круто выглядит. Единственное, что, конечно же, я бы добавил черную тонировку. Кроме черной тонировки, я, конечно же, бы, знаешь, что сделал? Я бы... Смотри. Сейчас я бы добавил, кроме черной тонировки, я бы заменил диски. Я бы поменял диски, и было бы просто нереально круто, ты представляешь? Новое BMW на крутых дисках. Так вот, мы с тобой газуем, и сейчас посмотрим, что мы с тобой можем сделать с этой машиной. Насколько я знаю, эта машина едет, вау, 295 километров в час. Красота. В принципе, это S-класс. По идее, у меня есть деньги, и мы эти деньги можем с тобой вложить в эту машину. Так, залазим. Что мы с тобой делаем? Смотри, давай посмотрим сначала с тобою внешний тюнинг. Воу. Серьезно? Есть набор Renegade? Слушай, давай тогда его оденем. Боковая юбка тоже Renegade. Хотя не вижу, чтобы что-то менялось. Так, обязательно спойлер. Двери Renegade. Что меняется? Я вообще без понятия. Так, и передний бампер Renegade. А, это уже все стоит? Это уже все стояло. Просто капец. Ладно, хорошо. Тогда мы с тобой что делаем? Мы с тобой, смотри, покраска дисков. Делаем диски черными. Вау. Так, хорошо. Сделали с тобой диски черные. Обязательно номера мы сейчас посмотрим с тобой. Сначала мы с тобой бахнем тонировку на сотку. И обязательно с тобой бахнем номера. Так, отсечку. Отсечку. Конечно же. Конечно же, мы добавим нашу любимую отсечку. Она стоит очень дорого. Она стоит очень дорого, но мы с тобой берем эту отсечку. Так вот, давай с тобой возьмем номера. И номера я хочу... Давай какие-нибудь номера такие, знаешь... Не-не-не-не-не. Давай... Хам. О, Хам 777. Так, давай возьмем. О-хо-хо-хо-хо, на 97-м регионе. Красота. Так, берем, 6 миллионов с тобой тратим. И давай теперь пойдем с тобой во внутренний тюнинг и посмотрим, что у нас, в принципе, с тобой есть. Так, ну, у нас деталей не так много, поэтому давай, наверное, все-таки бахнем с тобой несколько наборов на X детали, да? Ну, давай, раз. Так, и раз.
Все, красота, больше ничего с тобой делать не будем. Так, быстро заходим в X. А, давай с тобой как мы поступим? Так, тормоза, наверное, поставим эровским. Так, здесь мы с тобой поставим пятое. Так, ну-ка, подожди. А, движок, турбина, четвертый у нас, четвертая трансмиссия. Чиповка, пускай обязательно пятая. Так, и по управлению мы с тобой... Ладно, подвеску поставим иксовую. И шины мы поставим тоже иксовые. Блин, ну не очень хорошо. Не очень хорошо получается. Но я думаю, что определенно это окупится. Так, ну что, давай попробуем. Вау. Ну слушай, ну в любом случае, даже если я поставил X детали, он... Вау. Вау. Он очень хорошо валит. Но кроме того, что он очень хорошо валит, мы с тобой видим то, что у него хорошее управление. Даже если я... Вау, 461! Вау! Беда! Беда, я врезался в ментов! Я врезался в ментов! Ё-моё! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Аккуратно, давай с тобой где-нибудь вот здесь припаркуемся. И я случайно врезался в полицейских. Я не специально. Я реально говорю, я не специально. Ладно, ребят, я надеюсь, что вы поставите лайк на этот выпуск, а мы с тобой продолжаем. Я обещал, что сегодня будет очень интересный выпуск. А, смотри, я помню то, что ты меня просил пройти Next Pass. Обязательно мы с тобой займемся Next Pass'ом, но я думаю, что в следующей серии. Потому что сегодня у нас вышло новое обновление. И давай посмотрим сначала на это обновление. Смотри, тут добавили новые кейсы, новый уникальный автомобиль, уникальное оружие. Также добавили, вау, кейс заряженный. Вау, это, видимо, скорее всего, с оружием. Так, новый кейс, Вантаж. Вот, ради чего я сегодня пришел. Только ради нее я записываю этот видос. Так, ладно, красота. Также у нас рулетка без дублей, проработка выборов мэра. Также здесь у нас что? Лотерея, счастливый билет, новый винил восходящий. Вау, прикольно. Новые функции в биндере. Чего? Биндер? Это что-то вообще новое. И вот новый набор Renegade, который мы с тобой уже купили, мы посмотрели. В принципе, очень хорошая машина, но, блин, я говорю то, что практически всем людям нужно попробовать машину самому. Потому что, как бы, мое мнение, это действительно очень оценочное. Очень оценочное, хоть и я, в принципе, авторитет на NextRP, но... Я скажу так, что машина действительно хорошая, и мне достаточно Ладно, мне... мне достаточно просто прокатиться буквально секунд 10, чтобы понять, хорошая машина или нет. И эта машина, я скажу, очень хорошая, но 5000 доната, я скажу, ребята, если у вас есть лишние деньги, потратьте эти 5000, я не знаю, вложите в биткоин, я не знаю, потратьте на подарок для любимой девушки, для любимого парня. Скоро, кстати, скоро, 15 числа, я говорю скоро, 14 февраля уже прошло, поэтому, ну, если ты не успел подарить кому-то подарок, можешь подарить. Так вот, мы с тобой поехали, нажимаем F4, нажимаем с тобой кейсы, и мы с тобой пришли ради кейса Renegade. И прямо сейчас я беру 10 кейсов, сегодня у нас будет вот такая попытка. Нажимаем купить, и будем прокручивать без прокрутки, кроме последнего. Так что, поехали. Вау! А, тут будут одни машины падать! Реально? Отсюда будут падать только одни машины? Ладно. Так, хорошо, Audi, Subaru Impreza, Dodge Charger, Infiniti Q60, кстати, уникальная, редкая машина, это хорошо, спасибо. У меня, как обычно, нету мест. Так, Nissan Skyline, конечно же, нету мест. Чего? А, выбрать все, открыть. Nissan Skyline, уже было, ну ладно, так. Audi, хорошо, Audi R8. Так, здесь у нас что еще? Просто спасибо, спасибо,
Спасибо, спасибо. Мне больше не придется открывать этот кейс. Так, и финальный. Прокрутка. Кейс. Ты представляешь, то есть сейчас я получу еще одну легендарную. Но это же не та, да? Да, это ДБ-11. Фу, я уже испугался. И мы с тобой и вантаж получили, и ДБ-11. Вау, красота. Ладно, так, тогда, как я поступляю? Как я поступляю? Да, опять поступляю. Мы с тобой берем Aston Martin Vantage, нажимаем разблокировать, и я тебе говорю спасибо огромное за просмотр, ставь лайк, подписывайся на канал, не забывай то, что я тебя очень сильно люблю, ты самый лучший, таким оставайся, никогда не сдавайся, и до следующего видео, пока-пока, все, в следующем видео мы с тобой ее протюнингуем, и продолжим наше веселье, пока!